Так, что мне сегодня на обед? Хлеб, ага, и картофель, 7 штучек. Юни! О, господи! О, Райм! Юни! Да? Юни, случилось страшное! Что такое? Что случилось? Роджерс в опасности! О, нет! А где? Нужно его спасать, скорее! Здесь, скорее! В этом доме! Это злосчастный дом! Аккуратно! Будь аккуратнее, когда туда заходишь! Посмотри на это! Он в клетке! О, боже! Что делать? Я не знаю, как нам его вытащить отсюда! Тут какая-то книга. Записка! Сейчас, подожди! Не достаю! Сейчас, подожди секунду. Вот так вот. Опа. Вот так вот. Опа. Сейчас, подожди, надо поставить. Юни, как это было оттуда вытащить? Может быть, там ответ есть в книге? Возможно, на, почитай. Так, давай почитаю. Посмотрите наверх. Да-да, я вас снова прокляла. Ахаха. Сторона что? Света изменится через 19 секунд. Чё? Бабка. Какая сторона света? Что она несет? У меня, по-моему, уже все. Ей пора в этот дом престарелых в дурку, потому что она реально какую-то фигню несет. Сторона запад. Какой? Ай, ай! В смысле? В смысле? Куда? Я могу только сюда идти. Я не могу назад идти, что? А, я тоже. Как мы спасем Роджерса? Я не знаю. Видимо, это очередная какая-то ее зловещая игра. Знаешь, Юни, это, конечно, все хорошо, но мне это начинает надоедать. Я предлагаю тебе пойти к этой бабке и зафигачить ее. Подожди, подожди. А что в книге дальше? Давай. Так, попробуйте пройти Майнкрафт и набрать под этим видео 15 тысяч лайков. Нет, ну, 15 тысяч лайков мы, конечно, может быть, и наберем. Но пройти Майнкрафт с такой сложностью, блин. Давай я тогда точно зафигачим. Слушай, я с тобой полностью согласен, только... А может быть, вот эта сторона света показывает путь, где она живет? А если она по кругу показывает? Ой, блин, тогда фигово. Но я думаю, мы с тобой должны попробовать пытаться ее найти. Пойдем туда, пойдем за мной. Идем, давай дерево нарубим, пока есть возможность. Давай, я пойду турубить, потому что до тебя мне уже не добежать. Юни, почему она постоянно на нас нападает? Что мы ей плохого-то делаем? Почему именно мы? Ай, а может быть, мы постоянно находимся в ее деревне? Кстати, да, мы постоянно натыкаемся на ее различные проклятые деревни и ой-ой-ой-ой, я получаю урон. А что если каждый раз она таким образом выгоняет нас? Ой, ай, куда идти вроде бы сюда, так, Юни, на эту сторону. Я тебя вижу. Давай, налево. Ай, больно. Ай, а у меня тут забор. А у меня дерево. А, черт. Ой-ой-ой, на север, где север? Нам срочно нужен компас. А-а-а! Фух, Юни, я наконец-таки до тебя добрался, и давай собирать тыквы, они нам точно пригодятся. А зачем? Я не знаю, сделаем тыквенный пирог. Пойдем лучше. Да, ай, да что ж такое? Куда идти? Запад, запад, сюда, сюда. Я роняю запад, эй. Погнали вперед, пока не прошло 9 секунд. Да-да-да. Так, ну вообще нам нужно на болото, по идее. А, Юни! А? Помоги мне, посмотри на меня, я застрял в болоте. Ой, это как? Все, погнали. А, восток, где восток? Восток. Восток сзади. Подожди, мы что, кругом реально будем ходить? Ну, это на самом деле фигово. Я надеюсь, что у нас будет возможность выбраться из этого круга. Ну, знаешь что, даже если мы ходим по кругу, я предлагаю тебе сейчас немного развиться, чтобы суметь побороть бабку. У меня есть дерево, мы можем сделать кирки? Да, и сделать себе кирку. И слушай, мне кажется, этот дом тут стоит как-то неправильно. Давай с него и начнем. Смотри. Чего? Бу. А! Нет, он... Вот, смотри, он страшный, он с глазами. Да, Юни, мы тебя вылечим, не переживай. Тебя вылечат, и меня вылечат, подожди. Наступает ночь. О, нет, блин, нам опять нужно идти в ту сторону. Я думала, мы сможем залутать. Подожди, да, постоим тут 15 секунд, и, может быть, мы сможем все-таки пройти в дома и полутаться. Ну, кстати, да, давай так. Хотя я назад не могу подойти. Ладненько, ждем. Кстати, пока мы ждем, ребята могут поставить 15 тысяч лайков, а то неизвестно, что эта бабка с нами сделает. Кстати, мы же можем при этом копаться вниз всегда. Да, и наверх. Ой, обратно. Точно. Да блин, ладно, не получается. Туда-сюда, туда-сюда. Вниз думаешь? Да, да, давай, да, я иду к тебе. Я пробираюсь сквозь сердечки черные к тебе. А ты что, ко мне не идешь? Ну давай быстрее. Иду, иду. Так тяжело, меня бьет, бьет. У тебя получается? Чуть-чуть, на один блок. Не, не получается. Не умри только там. Пойду я лучше в дом. Кстати, в доме можешь залутать действительно... Что? Тут житель мылся. Тогда не стоит тебе его тревожить. Юни, я собрал 16 дерев, и, в принципе, где верстак? А, его уже не найти. Я его убрала. Он у меня. Как нам его спасти? Как вообще то, что мы пройдем Майнкрафт, может спасти Роджерса? Ребят, напишите в комментариях, как его вообще можно спасти, потому что у меня реально нет идей. Юни, у тебя есть идеи? У меня нет идей. Фигово. Да, я жду, пока будет север, чтобы
чтобы пробраться в тот дом? Зима близко. Да? Ну, вообще-то нет, скоро лето. Угу. Нет, это, походу, нереально. Я накопал уже много дерева, много камней, и, в принципе, можно уже копать железо. Иди ко мне. А как? Не знаю. Сейчас я попробую, не только если я умру, ты подберешь мои вещи. Я завещаю их тебе. Хорошо, и компьютер? Не, компьютер я завещу своей собаке. Юня, я наконец-таки к тебе добрался. Что? Как? Сквозь снег. Я хочу вон туда. Вон туда, но нам надо, значит, ждать запад. Запад это куда? Запад это назад. Это назад, нам нужно вперед. Так мы можем вот так вот потихонечку идти. Что? О. Как у тебя так получается? Ну, shift, встань на shift, Юни! О, что? Я нашел лайфхак! Ты сломал игру! Это же, видимо, бабка нам специально оставила такую вот... Реально на шифте работает. Так, отлично. А почему тебя бьет? Я не знаю. Оп. А меня не бьет. Я иду потихоньку. Теперь меня тоже не бьет. Бабка нам специально оставила, так сказать, такую... Железо! Такой вот лайфхак для того, чтобы мы смогли путешествовать по миру. Смотри! Что? Железная кирочка. О, замечательно. О, нифига себе, так, это все. Слушай, это хорошо, что ты нашел этот лайфхак. А то бы мы бы стояли реально просто такие, ну че, когда там юг, север. Голем довольно-таки побитый. Голем? Ты хочешь его избить до конца? Конечно, там же у него много железа. Ну да, как минимум чит. Ты че? Да, я решил поплавать. О, уголь! Немножко неудобно, конечно, на шрифте. Приходится все равно вставать и получать урон. Идем. Ты идешь? Иду, блин, у меня бьет даже на шрифте иногда. О, вот так замечательно. Так. Давай, фигачь его. Давай, сейчас я лайфхак применю. Оп. На, получай. Смотри, я его дубачу сильно-таки. Давай, Юни. А ты чё? А я пытаюсь к себе спуститься так. Слушай, он какой-то сильный, я его уже... Мне уже полкирки. Ты его киркой бьешь, потому что. А чем бить? Мечом, наверное. У меня нет меча. А у тебя есть? Есть камень. Ура! Опа! Четыре железа выпало. Четыре железа? Так, держи верстак, который я опять потерял. У меня есть. А, замечательно. Опа. И давай сделаем, я не знаю. Так, четыре... Две мотыги, как раз нас двое. У меня семь железа. Семь железа? Это мы можем сделать три мотыги. Мы задубаем бабку мотыгами? Нет, мы просто сделаем кучу хлеба и закормим ее до смерти. Все-таки ты добряк. Не, давай мечи сделаем. Ладно. О, дождь пошел. Давай нашу старую добрую... А, вымбуэ! О, смотри, какие звезды красивые. Они такие квадратные. Да, как и ты. О, ягодки. Так, тут что-то есть? Есть какой-нибудь сундук? О, еще сундучок. Это же семена! Ура, семена! Я же говорю, мы посадим кучу хлеба и закормим ее до смерти. Короче, Юни, ну чтобы добраться до ближайшей деревни, нам нужно... Какой деревни? До деревни бабки, понятное дело. Она же на болоте живет. А, точно. Чтобы добраться до болота, нам хотя бы... Лисичка, нам нужно хотя бы действительно немного развиться. И слушай, у тебя 7 железа или у тебя уже нет железа? У меня осталось 3 железа. Сделай кирку, и тогда мы добудем алмазы. У меня есть кирка. Райм, ты чего? Я бесполезный. Давай погнали в тот дом. Так, что тут есть? Опачки на шифте. Пирог! Нахрена он нам нужен? Не знаю. Отпразднуем победу с Роджерсом. Так, а тут что-то есть снизу? Здесь что-нибудь есть? Ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Так. Тут-то есть верстак. Вау, супер! Юни, нам надо исследовать еще дома. Да, возможно... остался еще один дом. Может быть, там есть... Что? Что? Так, давай проверим последний дом. Так, тут сундук. И тут книга! Книга? Нахрена нам книга, Юни? Это бесполезно. А, подожди, это же записка. Это записка от ведьмы. Черт, мое заклинание сделано неправильно. Вы нашли брешь в нем. Даже если вы найдете меня, вы никогда не одолеете. Что? Действительно. Юни, ты понимаешь, что это значит? Мы ее перехитрили и переиграли. Отлично, осталось нам ее найти. Я думаю, это будет несложно. В принципе, у нас есть... В принципе, у нас есть с тобой железные мечи, есть немного доспехов и еды в виде пирога. Поэтому я предлагаю прямо сейчас отправиться за ней. Да, но где находится болото, ты помнишь? Смотри, я придумал. Если сторона показывает на запад, значит, нам надо идти на юг. Ладно, на юг. А где юг? Ну, там, где пальмы. Погнали по тропинке. Юни, смотри, это новый биом. Отлично, значит, мы близко. Нет, это не значит, что мы близко. Это значит, что это новый биом, и, в принципе, мы
уже довольно-таки далеко. О, отлично, мы можем идти просто вперед на юг. О, кстати, действительно, ай. Ай. Блин, тут опять еловый лес, это фигово. А там поляна, а где поляна, там новые деревни, а где новые деревни, там и болото. Отлично, вперед, вперед, вперед. Это на самом деле очень сложно. Да, мне тоже иногда дубасит, а иногда не дубасит. Юня, мы конечно, могли выйти, как все предыдущие разы, но, блин, сейчас на кону стоит жизнь Роджерса. Да, мы должны все-таки узнать о бабке, как его спасти. Конечно. Так, а ты где? Я сзади. А я вижу, ты что-то отстаешь там. Да меня дубасит, я не могу, тяжело. Давай, давай, давай. Давай, давай. Юни? Вот и мы на поляне, отлично. Нам еще, наверное, немножко, и мы найдем болото. Так, давай пойдем вот так вот вдоль и ой-ой-ой. О, сюда, сюда. Сейчас мы, я уверен, что-то найдем, потому что поляна такая местность, где постоянно спавнится какая-нибудь фигня. Я думаю, ты об этом прекрасно сама знаешь. Например? Деревни. Ага. Лошади. О, давай запривать лошадь. Юни, но у нас нет сидений, чтобы ее запривать. Эх, жалко. Юни? Мы нашли болото. А, наконец-таки, ты видишь то же самое, что я. Смотри, тут где-то... Тут где-то должна быть бабка. Хотя не факт, болото все-таки большое. Что? Вон она. Где? Вон она, ее дом. А, реально? Юни? Что нам делать? Я не знаю. А вдруг она колдует, а вдруг она нас превратит в жаб в каких-нибудь, в лягушку. Пошел дождь. О, нет, и грустная музыка, ты слышишь? Слышу. Это ты включил дождь? Нет. И не я. Это бабка. Идем к ней потихонечку. Мы должны ее одолеть. Страшно. О, это гроза. Господи. Там кошка танцует. Ты знаешь, что у нее самые редкие кошки вот с этими такими желтыми глазами, черные коты. И, короче, они на самом деле чистое зло. Да, но она такая милая, такая мяу. Да, но мы ее, конечно, трогать не будем, потому что кошечки милые. Она жрет гриб, она танцует, ей хорошо. Она тиктокерша. По ходу дела. А, подожди, она сейчас расскажет бабке, она смотрит на нас. Блин. У меня мало сердечек осталось, надо поесть. Держи пирог. А, да блин. Подожди, а я не вижу ее в доме, ее нет. Подожди, ее нет? Нет, ее нет. Иди сюда, нам надо выяснить, что здесь вообще-то происходит. Так, иди сюда. Иду. А как она? Превратилась. Надо ее убить, быстрее, я не могу, меня дубасит. Я не могу. Ай, бьем. Давай. Ай, тяжело же под водой. Она пьет, что-то пьет. А, быстрее. Старая, на, что на, ты... получай! Получай! О, ты убил ее! Юни! А? С нее выпала записка! О, так, а ну, что там? О, и дождь прекращается! Подожди, мы можем ходить! О, отлично! Нас не будет дубасить! Я рад, на самом деле. А, что там? Это еще не конец. Рецепт зелья. Рог, двурога, жабья, слизь, шкура. Глаза Юни, что? Что там? Какой-то рецепт зелья. Что? Подожди, это еще не конец. Блин, это звучит очень таинственно. Ладненько, и что тут еще? Рецепт зелья, рог двурога, жабья слизь, шкура бурмсланга, мухоморы, глаза Юни, что? Подожди, получается, она уже делала такое зелье? Или она его собирается сделать? Она собирается его сделать, Юни. А давай сами попробуем его сделать. Что? В смысле? Я шучу, шучу. В смысле? Подожди. Да я пошутил. Что? Что? Юни, я пошутил. Пошутил? Помогите! А еще качайте кор по ссылке в описании.